Выездные уроки безопасности для детей, гуляющих по ночам, а также для их родителей прошли в Алматы. В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Правопорядок» полицейские проверили увеселительные заведения мегаполиса. Без нарушителей не обошлось. Айгуль Мухамбетова с подробностями. На часах 22:00, это значит, что по закону до 6 утра находиться несовершеннолетним. В развлекательных заведениях без сопровождения родителей или законных представителей запрещено. Чтобы выявить нарушителей, полицейские периодически проводят рейды. В этот раз мы отправились вместе с ними. Под прицелом увеселительные заведения Турксибского района. Первая точка – кафе. Среди посетителей несовершеннолетних нет, а вот официантке оказалось 17 лет. Вы знаете, да, что вы в такое время не должны работать, даже если довез есть, скажем так. Вызываем родителей несовершеннолетней работницы, а на администратора стражи порядка сразу составляют протокол. Штраф 10 МРП. Это 34,5 тысячи тенге. Участковые говорят, что на месте нередко приходится давать уроки воспитания не только детям, но и их родителям. Несовершеннолетняя не должна работать после ночного времени, по идее. И она не должна здесь находиться. Родителям в таком случае тоже грозит штраф 3 МРП. При повторном правонарушении вопрос будет решаться в суде. Едем дальше. В другом развлекательном заведении, игровом клубе, среди посетителей тоже был ребенок. Сколько вам лет? 13? Да. Где родители? Дома. Нарушитель оправдывался тем, что пришел сюда с 18-летним братом и дядей. Но по закону это не его законные представители, о чем, судя по всему, не знал и администратор. Просто один человек подошел, оплатил. Я часто не заметил, честно говоря, двое там взрослые были. А у отца мальчика, который приехал на место, на претензии полицейских были свои аргументы. Я понимаю, что он находился с родным братом, но... Родной брат незаконный представитель, во-первых. Во-вторых, он в 10 часу должен спать, так как он несовершеннолетний, правильно? Это же мы сами решаем. Что... Ну, сами решайте. Но он завтра в школу уже идет, правильно? Ну, это наша проблема. Всего с начала года в Алматы оштрафовали почти 200 работников заведений, которые допустили несовершеннолетних в ночное время. Понесли наказание и 357 пап и мам. Объясняем родителям, что есть закон, что несовершеннолетним нельзя после 10 находиться в развлекательном заведении, а после 23:00 часов на улице. Многие законные представители понимают, что и многие говорят, что не знали. Мы это все им объясняем. Как отмечают полицейские, после таких рейдов предприниматели стали более ответственны. Проводят стражи порядка проверки регулярно, несколько раз в год. Поэтому в остальных кафе и игровых клубах во время нашего рейда не выявили ни одного нарушителя. Айгуль Мухамбетова, Сагындык Нарыков, Алматы, Первый канал Евразия.